Анна Ахматова – великий русский поэт, прошедший вместе со страной тяжелейшие испытания. Ее первый муж, Николай Гумилев, был расстрелян ЧК. Третий муж, Николай Пунин, погиб в лагере. Сын Ахматовой, известный историк Лев Гумилев, провел в заключении более 10 лет. Жертвам сталинского террора посвящена поэма Ахматовой «Реквием». О своей судьбе она писала: «Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл, я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». В годы блокады голос Ахматовой звучал по радио, воодушевляя ленинградцев. Ахматова дважды номинировалась на Нобелевскую премию, но так и не получила ее. Она также известна как переводчик и исследователь творчества Пушкина. За год до смерти Ахматова получила докторскую степень Оксфордского университета.